Яндекс Ньюс. Ученые бьют тревогу. Неизвестно, как дело повернется. Может ледниковый период начаться. Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждет климатическая катастрофа. Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку. Как ее избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет. Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн углекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на радио Болтком авторскую программу Константина Рангса «Климат-контроль». Действительно, только что называется «Открыть ящик Пандоры». Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Климат-контроль». В студии в Риге работает Вадим Родионов. В Юрмале с нами на прямой связи по скайпу из Юрмала, точнее, Константин Рангс, и объединяет нас звукорежиссер Родион Золотарев. Здравствуй, Костя. Добрый день, вы меня слышите? Да, мы слышим тебя хорошо, и сегодня мы с тобой снова поговорим об изменениях климата, но в контексте коронавирусной истории уже. Ну, надо сказать, что уже сейчас меньше говорят об изменениях климата, больше о коронавирусе, но именно коронавирус как раз вот сейчас за последние 2-3 недели показал в Европе, не только в Европе, во всем мире, насколько человеческое влияние на окружающую среду, с одной стороны, пагубно, а с другой стороны, насколько оно мимолет. Но начнем с того, что вот очень много уже информации идет о том, что в Венеции прилетели лебеди, стали они себе кормиться на каналах. Мало того, каналы очистились в отсутствие туристов. Вода стала чистая, прозрачная, увидели люди в каналах дно, наконец-то, впервые за много-много лет, и увидели, что там в этих каналах появилась рыба. То есть уже сейчас такой разговор идет о том, что вот меньше месяца закрыта Венеция, где-то около того, да, все оказалось, что природа способна сама очиститься. Но, собственно говоря, что для этого оказывается, что нужно убрать туристов из Венеции. С другой стороны, вот новости, которые показывают космические спутники о том, что в результате ограничения движения людей на Апеннинском полуострове резко уменьшились объемы выбросов закиси азота, соединения азота, это автомобили выбрасывают. Но то же самое наблюдалось и в Китае, и в Ухане. Опять же, получилось, что да, если мы перестаем ездить на автомобилях, автобусах там все, то действительно атмосфера в течение достаточно быстрого времени способна очиститься. И это, кстати, с одной стороны, конечно, шокирует о том, что вот до чего ж мы дошли, да? А с другой стороны, говорит о том, что да, вот если действительно перевести все городские, хотя бы городские автомобили, допустим, на электротягу, то действительно в городах можно улучшать чистый воздух. То есть, собственно говоря, то, что сделал вот этот коронавирус, точнее, к чему он привел нашу вот цивилизацию, это очень интересный момент. Никогда бы мы просто так, я имею в виду человечество, само по себе не взяло и не, скажем, не прекратило ездить на автомобилях, использовать другой общественный транспорт. А тут вот хочешь, не хочешь, нужно сидеть дома. И все, воздух изменил свое состояние. Да, но здесь интересно еще, что ведь многие перешли на удаленную работу, и как раз я так предполагаю, что будет развитие технологий, связанных с коммуникацией, хотя у нас много мессенджеров, скайпы, видеосвязь и так далее и тому подобное, но тем не менее, если мы задержимся на карантине, то, скорее всего, и в этом смысле будут серьезные изменения. Вот как ты считаешь? Да, несомненно, потому что сейчас, например, люди, когда обнаружат, что они могут работать и научатся работать удаленно, то многие вещи станут просто ненужными. Зачем делать собрание, свозить людей, допустим, на какое-то совещание, причем люди едут за 10, 15, 30 километров в больших городах. Хотя вопрос в чем заключается? Ведь принципиально, что очень важно, раньше вот эти, так как их называли в годы моей молодости, селекторные совещания, да, они имели один минус. Люди не видели друг друга. Вот не было вот этого, что называется, эмоционального контакта.
Сейчас, когда вы сидите и видим, мы видим друг друга, то получается, что зачем мне нужно было поехать 20 километров, чтобы полчаса посидеть в студии и при этом потенциально быть разносчиком вируса. И так мы прекрасно вот видим друг друга, все глаза в глаза, все замечательно. И я думаю, что это психологически может сломать очень многих людей, которые не хотели работать раньше удаленно, участвовать, допустим, в совещаниях, варианте. А теперь воленс-воленс. Хочешь, не хочешь, как-то делать. А если люди к этому привыкнут, то они могут этим пользоваться и дальше. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы также можете удаленно с нами связываться, участвовать в нашей дискуссии, в нашей беседе. Это программа «Климат-контроль». Константин Рангс, ученый-геолог, с нами на прямой связи. Задавайте вопросы, можно в этой программе допускаются реплики также, так что участвуйте, звоните и пишите. И номер WhatsApp 2-300-6191. Ну, получается, что мечта Греты Тунберг, или практически, если не мечта, то, по крайней мере, призыв, он был услышан, потому что она хотела, чтобы люди меньше ездили, меньше летали, летали на самолетах, меньше использовали транспорт, который загрязняет окружающую среду. Все сложилось, все получилось, она может быть довольна. Ну, это вот как это с такой, знаете, как говорится, будь осторожен в просьбах и желаниях о том, что Господь может их исполнить, правда, совсем не так, как тебе бы хотелось. Есть даже такие довольно скобезные анекдоты на этот, по этому поводу. Но факт фактом. Самолеты вот сейчас только что по каналам Евроньюз передавали, из 740 самолетов компании Люфтганза, это крупнейший авиаперевозчик, 700 стоит на земле. Это съемка полей, взлетных полей, где они поставлены, самолеты вот так вот друг к другу, максимально тесно, это очень впечатляет. То есть это самолеты, которые никогда не встречались на стоянках, потому что они всегда были в воздухе. Конечно. А сейчас получается такая вещь, что 10% только рейсов сохранилось. Что это такое? Это как раз исполнение мечты Греты Тунберг. Но оказалось, что для того, чтобы эта мечта исполнилась, потребовалась вот такая вот вирусная угроза. То есть получается самое сильное, что нас куда-то подталкивает, как и во все прошлые века, это страх. Вот страх – все. Вот. Причем же ведь когда говорят про то, что вот это, ах, мы все помрем. Да все помрем, да. Только тут, извините меня, с момента заражения до момента того, когда ты превращаешься уже в комок плоти, задыхающийся, да, проходит всего каких-то 5-10 дней. И самое главное, что непонятно, с кем это может приключиться. Какая-то, знаете, китайская рулетка. Вот. Поэтому я так думаю, что именно это влияет на людей в огромной степени. Совершенно огромной степени. И мы готовы все закрыться, выключить свои, не ездить на машинах. Зачем нам ездить на машинах? Возникает вопрос. Тем более, как вот в некоторых странах это уже запрещено. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Константин Рангс у нас на связи. Оставайтесь с нами. Микс Ньюс. Мы продолжаем. Это программа «Климат-контроль». В студии в Риге работает Вадим Родионов. В Юрмале с нами, из Юрмала, точнее, на прямой связи с нами Константин Рангс и звукорежиссер Родион Золотарев объединяет нас. В этом эфире звоните, участвуйте в нашей дискуссии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Пишите в WhatsApp 2-300-6191. Да, ну вот мы остановились и закончили прошлую часть нашей программа на мечте Греты Тунберг, у нее была мечта, и она поразительным образом осуществилась, только теперь никто не знает, хорошо это или плохо, потому что мы столкнулись с угрозой, которую раньше не знали, это коронавирус, COVID-19 и его распространение. И здесь, кстати, как мне кажется, тоже интересный момент, потому что распространение вируса, его жизнеспособность и жизнеустойчивость зависит от того, какие климатические условия как раз в странах, и говорят, что когда потеплеет, что-то должно произойти, хотя Италия страна более теплая, чем Латвия, и там коронавирус распространяется с какой-то бешеной скоростью. Вот как в этом смысле обстоят дела? Вот тут тоже очень интересный момент, ведь существовало годами, я вот сколько помню, с детства считалось, что как раз сильный мороз, он уничтожает вирусы.
Вот. И вот эта фраза пушкинская «полезен русскому здоровью наш укрепительный мороз». Вообще-то он, собственно говоря, наверное, не про грипп говорил, но тем не менее, вот она как бы все время циркулировала. Люди верили, и многие люди до сих пор верят, что холод помогает бороться с вирусными инфекциями. А оказалось, между прочим, когда появились действительно реальные способы наблюдения за вирусами, то выяснилось, что все совсем не так. Как раз вот сейчас недавно свежее исследование есть, что коронавирус прекрасно себе в холоде сохраняется. Он же, собственно говоря, кристалл такой органический, да? Вот, молекулярный комплекс. И в холоде ему как раз хорошо и нормально. Он там ждет, что называется, момента потепления. А вот, например, при температуре выше 9 градусов, даже говорят более точно, 8,78 градуса, да, вот как раз у него уже вот эта вот активность, что такое температура, это активность молекул окружающих. И вот эти молекулы начинают этот вирус портить. И чем выше температура, тем, собственно говоря, ему имеется в виду не в теле человека, в теле человека все время стабильно, около 37 градусов, а вот именно в окружающей среде, то тем ему хуже. Поэтому и с этим связана такая надежда, что когда температура поднимется, вот, когда будет больше солнечного ультрафиолетового излучения, то тогда, собственно говоря, на улице вирусу будет гораздо сложнее, так скажем, выживать. И на поверхности нашей одежды, и на каких-то других поверхностях. То есть вот с этим связана такая надежда на погоду. У нас звонок, Костя, примем его. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Владимир, меня зовут. Да, вот скажите, пожалуйста, вот вы близки Финляндии и Эстонии, как следствие. Вот эти цифры разнятся, в смысле, ну, статистика, то есть в Эстонии намного меньше людей, намного больше количество заболевших. Вот как это объясняется? И второй вопрос. Вот сейчас возвращается в Латвию около 4000 со всех концов разными там транспортными средствами. Вот наверняка там же несколько десятков, ну, должно быть так по статистике, от которых волны разойдутся. И вот при том уровне медицины, вот опять же вспомнить Эстонию, в два раза больше финансирования, чем в Латвии. Вот как вы вообще прогнозируете, как будут развиваться события? Вот я обычно все негативно вижу, да, в черном свете. Вот я считаю, если когда-то по периметру, по периферии Латвии будет все затухать, то здесь будет только разгораться. Или я преувеличиваю. Всего хорошего. Ну, знаете, вам сейчас никто этого не скажет, потому что тут масса совершенно непонятных вещей. Вот, например, возьмем ту же самую Финляндию. Я-то сейчас здесь, в Юрмале, нахожусь, но мои коллеги, с которыми я постоянно каждый день коммуницирую в Финляндии, связываюсь, они говорят, что с одной стороны жизнь есть, вот, никто, что называется, по домам никого не посадили. С другой стороны, идет разговор о том, что вот как раз пожилые люди, вот они должны изолироваться максимально, и идея заключается в том, чтобы как раз растянуть вот этот вот процесс заболеваемости и обеспечить вот госпитальными услугами, больничными услугами, включая кислород, аппараты искусственной вентиляции легких, как раз те люди, которые заболеют, у которых самые большие, так скажем, шансы на тяжелую форму заболевания, потому что известно, что 80% переносят достаточно легко. Но эти люди моложе 60 лет, которые легче переносят. Вот. Вопрос-то, видите, вы очень справедливо задали. Прибывают люди, которые могут быть носителями. Если бы все те, кто прибывает, что называется, честно, пришли бы, заперлись у себя дома, да, сели бы в карантин и все бы все, ну, исполняли это, то можно было бы достаточно четко отследить цепочки и перехватить вот эти цепочки распределения. Проблема ведь в другом, что люди не хотят сами попадать, потому что даже стоит почитать интернет. Я поражен, когда люди считают, что карантин — это покушение на их свободы. Но тут очень важный момент. Свобода вот этого заболевшего человека ходить по улицам и по общественным местам — это нарушение свободы всех остальных людей быть, так скажем, в изоляции от такого заинфицированного. Вот тут очень серьезный сталкиваю вопрос. Вот последняя новость сейчас была из России. Прилетели самолеты из Таиланда.
там было сделано оцепление. Людей нужно было привести в карантин и сделать им анализы. Несколько человек заявили, что это слишком долго, они такого не хотят, и они прорвались сквозь оцепление. Ну вот как это можно назвать? Это можно назвать только так. Эти люди никакого не имеют отношения к гражданскому сознанию и, кстати, к пониманию того, что такое та же самая свобода. Поэтому, конечно, гадать-то бесполезно сейчас, но призывать еще раз быть максимально, так скажем, изолированными, это, по-моему... У нас звонок еще. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, имя не менял, Михаил. Да, Михаил. Уважаемые, кто меня слышит, ведь что получилось, да? Получилось то, что сообщение. В Китае вспышка. Разве Китай не должен был звонить? Это ладно, завтра станет чумой, выскочит к нам сюда, и это надо будет. Вот сейчас врач, как он мне докажет, что у меня вот этот вирус? Он, что, он же мне должен показать, вот у вас вирус, потому что у вас вот это. Чем его проверить? Кровь сдать на анализ? Что, мочу сдавать на анализ? Ну нет его, этого вируса, этот трюк сделали... Это китайцы, правильно, потому что сейчас под шумок и Трамп там уже шумит. Да, ну, ерунду вы говорите, уважаемый радиослушатель. В общем-то, доказано, что вирус есть, и, в общем-то, не просто так границы. Его даже увидеть можно. Вам только нужен электронный микроскоп, но вполне они видимы. Мало того, что они видимы, вот, уже, так сказать, их ген прочитан. То есть известно, какие вот эти комбинации молекул, да, вот в их РНК, которая является хранилищем информации, уже все это прочитано. Мало того, сейчас произведены новые на суперкомпьютерах расчеты, нашли 77 веществ, которые могут влиять на вирус. Сейчас, конечно, это потрясающая вещь в том, что впервые, по-моему, человечество, ученые из самых разных стран, под эгидой Всемирной организации здравоохранения работают, что называется, купно, все вместе. Вот. Просчитали кто-то что-то, тут же сообщают. И поэтому шансы, что препараты будут найдены, это, не, конечно, гораздо выше, чем хотя бы даже 10 лет назад. То есть интернет – это в значительной степени большое благо, в том числе и для поиска. А то, что нету анализов, ну как же нету анализов, если анализы делают больше, чем по полсотни каждый день, и в том числе, я имею по полсотни здесь, в Латвии у нас, и, собственно говоря, эти анализы, это как бы норма уже, и нужно не кровь сдавать, а мазок берут из горла, как я понимаю. Так что не нужно так пессимистично смотреть, а то, что никаких анализов нет. Да, еще звонок у нас, да, только что был, сорвался. Напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Здравствуйте, как вас зовут? Ну, все-таки, если можно, население Эстонии в два раза меньше, заболевших в несколько раз больше. Как вы это объясняете? Ну, все-таки, знаете, пока что можно сказать так. Это заболевшие, это те люди, у которых был диагностирован этот самый коронавирус. Так ведь? О. Это ж не просто люди, которые болеют чем-то, и мы не знаем чем. Так ведь? А с другой стороны, в Финляндии вот сейчас вот столько-то людей нашли. Но дело все в том, что Финляндия – страна гораздо больше, чем Эстония. Гораздо больше. С юга на север 1000 с лишним километров. Вот. И я полагаю, что далеко не все финны, что называется, обращались еще по поводу каких-то своих заболеваний. Поэтому, кстати, финская система-то, она и готовится с запасом. Она предполагает, что количество диагностированных заболевших может быть больше. Я думаю, вот с одной стороны, это очень важный момент. Страна Финляндия маленькая и тесная. А Финляндия – это все-таки гораздо большее пространство, и люди очень диспергированы. К тому же финн привык к тому, что он не будет бежать к доктору по каждому чиху. Вот он просто знает, что он должен взять бурану, такое финское препарат, вариант ибупрофена, ну, или бумитина, как ни назовите. Вот, он должен его выпить, вот, а дальше слушать распоряжение руководства. Вот, вот финский подход именно такой. А почему в Эстонии все-таки, вот радиослушатели спрашивают, почему в Эстонии, в стране, где меньше населения, чем в Латвии, столько заболевших? Вот есть у тебя предположение?
Я предполагаю, что просто-напросто эстонцы сразу реагируют, но более активно реагируют, чем финны, на свое заболевание. Эстония более, так скажем, компактная страна, которая может быстрее проходить заражение. У меня такое предположение. Данных ведь еще достаточно мало. Еще звонок у нас ушел, но, может быть, радиослушатель вернется. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Да, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Да, Ларис. Вот у нас в садике, я помню, был карантин, так нас домой никуда не выпускали. Мы все сидели в садике, пока этот карантин не кончился, и не сделали все анализы. Но я хотела сказать, что в этом случае тут есть положительная сторона. По крайней мере, родители побольше побудут с детьми, почитают им, посмотрят с ними какие-нибудь фильмы. А и папы, и мужья доделают какие-то мелкие ремонты, которые они успели сделать, которые все время вот гвоздь надо забить, а некогда. Мамы довяжут, дошьют. То есть вот в этом надо тоже искать какую-то положительную сторону. Спасибо. Да, спасибо вам. Ну, это интересно, это сразу видно, что это говорит человек старшего поколения. Папы давно не забивают гвозди очень многие, а мамы не знают, как взять в руки швейную иголку или вязальную спицу. Нет, не все, конечно, но многие, потому что они на работе. Им не до этого, им проще заработать денег, а потом пойти в магазин и что-то купить. Точно так же, например, все признают, что очень хорошо самим, допустим, солить огурцы. Вот, можно сделать очень вкусные, но время. Вот. У нас, если, так скажем, вот эта эмансипация привела к тому, что женщина стала работать, как и мужчина, делать свою карьеру, жить, зарабатывать деньги, а с другой стороны у нее просто-напросто на домашние занятия, которые раньше считались традиционными для мужчины, стало гораздо меньше времени. И поэтому сейчас многие женщины в Фейсбуке с ужасом говорят о том, что они должны будут 2 недели сидеть с детьми. Вот это очень интересно. Что это кошмар? Еще звонок у нас, примем его. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, я повторюсь немножко. Скажите, а есть где-нибудь написано, экспертиза показала, анализ показал, что смерть наступила именно из-за этого вируса? Вот объяснить, бабушка пришла. Вот смотрите, доказательства, где это есть? Ни одной нет такой. Ну, от осложнений пневмонию вызывает. Да. Ну, что скажешь? Нет, ну, во-первых, можно только единственное сказать о том, что сам по себе вирус, он является только, так скажем, тем, поджигателем серьезных воспалительных процессов в организме, и в первую очередь в нижней части легких. Об этом уже пишет Всемирная организация здравоохранения. Поэтому, условно говоря, вот как вот женщина, очень путаница была, вот, например, новости были из Москвы печальные, там умерла известный преподаватель, как я понимаю, Губкинского института, вот, 79 лет, скончалась. И в сетях начали путаться. Одни говорят, ну как же, сказали, что она умерла от того, что тромб оторвался. А другие говорят, она умерла от коронавируса. Вот сам коронавирус, он тромб, конечно, не отрывал. То есть смерть наступила именно от того, что отрывался тромб, да, и перекрыл артерию. Но само вот это состояние организма, при котором оторвался тромб, вот его как раз создал этот самый коронавирус. То есть это, знаете, как спусковой крючок. Он дергает, а дальше посыпалось одно за другим, по принципу, и фишек. Да, много звонков у нас, продолжаем их принимать. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Андрей зовут. Да, Костя, вопрос конкретный. Вот распространяют такие сообщения через WhatsApp, например, да, что все вызовы будут записаны, телефонные звонки, а также звонки через WhatsApp, мониторят Twitter, Facebook, все социальные сети, ну и т.д. В общем, будьте осторожны, ничего не говорите противозаконного, потому что вас прослушивают, и после этого, в общем, вас вызовут соответствующие органы, и будет ай-яй-яй. Вот это фейк и не фейк, и кто распространяет это? Спасибо. Да. Даже, во-первых, это вопрос было бы уместно адресовывать к представителям из этих компаний, да, допустим, WhatsApp, да, или, допустим, там
какие-то еще есть, да, они все заявляют, что там идет шифрование end-to-end, да, то есть, собственно говоря, это известные вот эти вот пресловутые ключи шифрования, без которых нельзя ничего услышать. Во-вторых, дальше возникает вопрос, а что тут противозаконного, если вы говорите о заболеваниях и коронавирусе? У нас сейчас тема о коронавирусе, да? Поэтому ну, климат и коронавирус. Да, грипп, коронавирус, там еще что-то. Кого это особо может интересовать? Если у нас и так вся основная информация, она доступна, и интернет открыт. То есть мне кажется, что это как раз вот тот самый случай о том, что за тобой могут, следить-то, наверное, могут, но за теми не за... Еще звонок тогда примем. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, добрый день. Добрый. Вадим. Да, слушаю вас. Да, вот ваш собеседник очень эмоционально рассуждал насчет карантина и сам себе противоречит. Вот в России, да, из самолета всех под охраной на анализ, это правильно. А в Латвии он предлагает, что люди, которые прошли через аэропорт, через терминал, в транспорте проехали, общались с домочадцами, сидеть дома 2 недели, а смысл? Он уже кого мог заразить, заразил, если он заразный. Так что тут непонятно, о чем речь идет. И насчет... А я вам объясню, о чем речь идет. Да, да как только сейчас, Кость, человек... Да, Кость, а? Второй вопрос задаст слушатель и тогда ответит. Да, и вы говорите там вирус и так далее. Если бы вы углубились в тему, вы бы знали, что китайцы не искали возбудителя, а они искали именно коронавирус с самого начала. И, во-вторых, этот тест, который они разработали, сейчас я повторяю, он не очень хороший процент дает ложных срабатываний, как положительных, так и отрицательных. Да, спасибо. Вам это не так, потому что мы говорили с вирусологами, в том числе и российскими ведущими вирусологами. Тест как раз дает практически 100% результат, потому что он ориентирован на белок, который есть только у этого вируса. И, соответственно, там практически исключена ошибка. Но это я от себя добавлю. Ну, Костя, да, тебе слово. Не, ну и просто система же очень проста. У вас же 2 варианта. Прибыл человек из-за границы, допустим, 10 человек, у вас есть подозрение, что один из них страдает, он является носителем коронавируса. 10 человек можно заставить сдать анализы. А если у вас этих людей 1000, сколько времени это займет? Поэтому люди должны, что называется, приехали, заполнили свою бумажку, зафиксировали, где они находятся, прибыли в свою квартиру, заперлись и сидят. И известно, что вот этот человек находит... Да, Костя, слышишь ли ты нас? Да, у нас отключился. Да, слышу хорошо. И вернулся, но... да. Ты пропал и вернулся. Ну, то есть я что хочу сказать, что рассаживание по квартирам – это просто-напросто первая возможность потом вычислить, где кто находится. И заболевание, если произошло это заболевание с одним человеком, оно манифестировало, проявилось. Оно было скрыто, но оно проявилось, это заболевание. Но тогда, значит, понятно, что с этим человеком делать. И можно выстраивать цепочки его контактов. С кем он встречался? С женой, там, с членами семьи другими, с родителями, с приятелем с лестничной клетки. Вот. То есть, в принципе, это система разбивки вот массы на отдельные куски, на отдельные части. Это известно, кстати, довольно давно, и это такая медики, инфекционисты, они очень хорошо знают этот принцип. Да, у нас еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Да, добрый день, Янис, меня зовут, да, Константин, вот коротко, смотрите, вчера звонил на радио, вроде такую статистику, знаете, делал, вычисление процентов, заболело у нас, там, на весь мир 225 тысяч, вроде излечившись, получается 82 тысячи, получается 41% вылечилось, значит, смертность у нас получается 8 тысяч, это 4% людей умерло. Мне кажется, что реклама у коронавируса больше, чем у его денег потрачено, чем на его лечение. Вот такая маленькая шутка. Если, я думаю, баллотировался бы коронавирус в президенты России, то, скорее всего, с такой рекламой Путина бы он, наверное, победил. Это да. Я так думаю. А вот вопрос к вам, Константин. Почему все политики слушают? Почему политики не слушают врачей, вирусологов, они говорят обратное. Вот я пообщался, нету никакой паники, и что такая какая зараза сильная не идет.
Спасибо. Да, спасибо вам. Ну, вы знаете, это с кем вы пообщаетесь. Обычно люди общаются с теми людьми, с которыми им общаться приятно, и которые не говорят им в лоб о том, что они говорят ерунду. Знаете, вот обычно как-то у нас это известная вещь. Мы каждый живем в своем пузыре. Естественно, врачи принимают, что, собственно говоря, вот этот процент, как вы сами посчитали, он очень, так скажем, не самый страшный, который есть, хотя побольше, чем у гриппа. Но вопрос-то, видите, в чем? В том, что этот процент очень сильно отличается для каждого возраста и для каждой категории людей. У диабетиков он, по-моему, по разным данным, что-то около 8%. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями еще выше. А у людей, у которых и возраст, и сердечно-сосудистые заболевания, и диабет, она еще выше, залетает там куда-то за 20%. Можно сказать, что этот человек бы и так от гриппа мог бы помереть. Но ведь, понимаете, вопрос, он мог бы помереть или он реально умер, это все-таки разные вещи. Поэтому, естественно, что люди очень переживают. А политики, поймите, политики, они связаны, например, с мнением широких народных масс. Вы полагаете нужным отказать людям старше 60 лет в праве голоса или как? Эти же люди, пожилые люди, они хотят, чтобы их тоже лечили, им тоже бы обеспечили хорошее здравоохранение. Конечно, я с одной стороны говорю, мне 60 лет, и я понимаю этих людей, которые старше меня. Мне даже их легче понять, чем те, кто и молодые. Вот. Но ситуация-то очень простая. Политик хочет, чтобы действительно у него была народная поддержка. Вот та же самая Италия с ее огромными цифрами смертности и заболеваемости. Но Италия – страна самой большой, по-моему, в Европе, долей людей старше 60 лет пенсионного возраста, что-то 23%. В стране, в африканских странах, где в основном одна молодежь, там никто не может пока сейчас заметить этого вируса, даже если бы он был, потому что покашлял недельку, и все прошло. Вот в чем дело. Он как-то, этот вирус, очень избирателен по отношению к старшему поколению, и поэтому я так думаю, это мое личное мнение, что вот эта вот избирательность, она в известной мере и влияет на многие решения. Мы просто-напросто можем потерять старшее поколение и нанесем удар. А оно, кстати, это поколение, через какое-то время все-таки придет к урнам для голосования. И за кого оно проголосует? За тех, кто сказал, что нам старики не нужны? Или за тех, кто будет принимать какие-то усилия и говорить, что мы принимаем эти усилия для того, чтобы сберечь наших бабушек и дед. Успеем ли мы принять еще звонок, что подсказывает нам звукорежиссер? Да, у нас есть 2 минуты. Попросим коротко задать вопрос и коротко ответить. Да, слушаем вас. Как вас зовут? Здравствуйте. Да, здравствуйте. В начале передачи вы говорили там про самолеты, автомобили. Я поддерживаю полностью. Это самое, в принципе... передвижение, не то, что сам самолет влияет на экологию, хотя это тоже, конечно, очень... Да, я попрошу вас коротко задать вопрос, то, времени нет совсем. Что передвижение масс людей нужно сократить на 90%, вообще все перелеты запретить в мире не только на время вируса, но и постоянно. Сколько можно носиться и носить по всему миру вот эту заразу? Да, спасибо, Костя. 20 секунд тебе. Это очень, кстати, важный момент, потому что, как я вот услышал очень хороший комментарий, нужно понимать, что этот вирус, он не последний. И после того, как человечество более-менее с ним разберется, нет никаких гарантий, точнее, их в принципе нет, когда появится новый вирус. Вот, и он может оказаться еще страшнее. Мир не закончился, как говорится, конца истории не наступило. Поэтому нужно готовиться, и вполне возможно нужно понять о том, что путешествие ради развлечения, это, возможно, не наше. Ну что ж, спасибо. Константин Ранкс, программа «Климат-контроль». В студии работал Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. Костя, всего доброго, до свидания.